Служил я в танковых войсках. Наша бригада, батальон находился в дислокации. Город Шиндант есть такой. Долина смерти называлась. Потому что вокруг горы. И на гору посмотришь, на одну из них. Был натуральный гроб стоял. Вот это называлось Долина смерти. Вот. Прослужил там месяца 4. Мы ушли на точку охранять большой мост. 300 метров длина моста была. Вот. Вот там при вызове на помощь афганцам я получил ранение. Подорвался на мине. И был комиссован. На будущее нашим ребятам хочу сказать, чтобы обращались и не думали о самом плохом, вот, о войне. Ну, вроде у нас все нормально. Конечно, спустя 30 лет все это останется. Как наши ветераны Великой Отечественной войны, они же ведь тоже прошли через это дело и помнят все. А с годами оно все усиливается. Иногда бывает, снятся такие кошмары, что поэтому все хорошо, когда у нас в стране нет этого безобразия и живем мы тихо и спокойно.